В городском округе Люберцы построят терминально-логистический центр. Реализация инвестиционного проекта стартовала в поселке Красково. Высокопроизводительный комплекс будет состоять из двух частей. Контейнерного терминала, который станет одним из крупнейших в Московской области, и складских объектов. Реализация должна всего комплекса пройти за 4 года. Мы планируем, что за первые 5 лет налоговое отчисление составит порядка 500 000 000. За 10 лет бюджет показывает, бизнес-план показывает бюджетное отчисление, налоговое отчисление на 1 700 000 000. У нас, как у компании, есть представительство в Китае, третий в России по размеру, по объему контейнерных перевозок. И для нас там приоритетная задача – это развитие товара сообщения с Китайской Республикой. Я думаю, что мы найдем полное понимание во взаимоотношениях с областью, с правительством области, там не будет ни проволочек, ни тормозов. Поэтому все задачи понять, чем мы можем пригодиться на пути развития вашего бизнеса. Благодаря реализации первого этапа инвестиционного проекта в следующем году в городском округе Люберцы будет создано 120 рабочих мест, а к 2026 году еще 400.